Был у нас очень положительный опыт взаимодействия с Сергеем Николаевичем, когда мы привели в соответствии с требованиями СЭС параметр горячей воды по центральному району города Ярославля. То есть это потребители ОТЭС, они, которые пытались. В общем-то, такой яркий пример, когда сложившийся стереотип удалось совместными усилиями преодолеть. И думаю, что вообще успехи Ярославской области, все социально-экономические показатели в Ярославле всегда были выше, чем средние показатели по центральному федеральному округу. Я думаю, что это заслуга не только областной городской администрации, это заслуга всех жителей Ярославской области. Мы просмотрели, причем очень тесно и очень внимательно, более 20 кандидатур. И мы остановились на кандидатуре Василия Федоровича, потому что и его опыт, и его знание территории, и его способности, конечно, дают нам основания полагать, что он будет успешно справляться со своими функциями. Вы спросили о функциях главного федерального инспектора. Вот я думаю, что это вот удивительный случай, когда все функции заложены в названии его должности. Все слова ключевые. Он главный, он федеральный, он инспектор. То есть его изначально функция главного федерального инспектора, она была контроль за исполнением поручений президента Российской Федерации.